Привет, меня зовут Ярослав Грабко, мне 8 лет, и я из Украины. Я начал рисовать год назад, когда мы уехали в Португалию. Мы уехали в Европу, когда началась война, но мы уже дома. Сначала я рисовал карандашами, потом акварелью и гуашью. Но больше всего мне понравилось рисовать картины акрилом на холсте. Я еще нигде не учился рисовать, я просто смотрел видео, где рисуют другие. Golden Talent – это первый конкурс, в котором я участвовал. Мы выставили 3 работы, которые заняли высокие места. 2 из них – гран-при, а 1 – первое место. В финале я хочу представить одну из работ, которая получила гран-при. Когда мы жили в Португалии, меня очень вдохновил океан. Мы часто ездили на океан, и я написал несколько работ. И одна сейчас перед вами. Я хочу поблагодарить организаторов Golden Talent, что дают такую возможность показать свои работы на весь мир и свой талант. Я желаю удачи всем участникам и мне.